Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну еще раз здравствуйте, с вами как обычно я, Костян, и канал «Это не диалоги о рыбалке». Сегодня у нас такая полурубрика по ссылке от подписчиков. Ну как бы это и подписчик, и это мой заказ, который я очень долго ждал. Сегодня только в видео говорил, что почту нам не возят нифига. И вот сегодня пришло две посылки. Ну а второй посылки позже. А сейчас пока вот это. То, что я заказывал. Так. Заказ из мотосалона «Барс». Это находится в Уфе. Тут даже вот на пакете адрес есть. Уфа, улица Рязанская, дом 16, наверное, телефон. Туда-сюда. Почему посылка распакована? Потому что целостность пакета была нарушена. И я решил посмотреть на почте, цело тут все или нет, не порвано ничего. Ну, короче, вроде все в порядке. Так что, Володя, смотри, все ли тут на месте. Помогал в отправке Владимир, также из города Уфы, который запаковывал мой снегоход с командой. Всей команде, Володя, привет огромный. Наконец-то заказ доехал. Это прошло, получается, блин, почти полтора месяца, наверное. Наверное, месяц в Красноярске точно посылка лежала. Точно сейчас не скажу. По штампам не смотрел уже. Хочется просто достать свой заказ и собрать его. Фирменные пакеты магазина. Никак не реклама, но магазин идет всегда навстречу. Не знаю вообще, отправляют ли они заказы почтой или нет. Ну вот, что мне требуется, я как бы покупаю, и Володя мне помогает это все оттуда отправить, из Уфы. Так что огромное ему за это спасибо. Короче, с этим надо будет разбираться еще, как это все дело собрать. Будем собирать помаленьку, потихоньку. Попродавило чем-то. Опа, тут еще и сюрприз. Ага, конфетки. Конфетки. К Новому году как раз, Володя, конфетки. Подъехали. О, блин. Ты точно мой подписчик. Ты знаешь, что я люблю. Томатный. Сюрприз. Об этом ты мне ничего не говорил, что будет сюрприз. Собаки там бесятся, кого-то гоняют. Таких два кетчупа вкусных, стопудово я такие ем и люблю. Ну вот оно, кофр, который надо еще собрать, вставить в него все вот эти вот пенки. Ну а в дальнейшем вы увидите его на снегоходе. Ну сейчас соберу и посмотрим. Надо смотреть, может кто-то приехал там за налимом. Что-то собаки с ума сходят. Все, потом увидите в сборе. Вроде все цело, Володя, не порвано ничего. Так что все доехало, не переживай.
Спасибо большое еще раз. Буду ждать очередной заказ. Но уже, конечно, после Нового года. Сейчас уже точно ничего не приедет. Ну, в принципе, пока я не к спеху. Спасибо. Спасибо Уфе. Спасибо вашему BRP-центру Барс. Спасибо всей команде. И еще раз за упаковку снегохода качественную. Как он приехал, так это вообще мечта просто. Прям полностью упакован. Спасибо. Ну вот, друзья, вот такой чемодан от фирмы Basic. BRP Basic. Почему Basic? Да потому что, блин, у них качественные вещи. И, блин, намного дешевле оригинала. Смысл переплачивать за оригинал не вижу вообще. Отличный чемодан. За нормальные деньги. Все. Вот такая сумочка. Есть перегородка. Она тут переставляется. Ну, куда надо. Можно отдел поуже сделать, можно пошире. Можно вообще убрать. Короче, вот такой. Почему мягкий? Ну, потому что мне не нужен был пластиковый. Мне нужен был мягкий, теплый куфр. Потому что я уже замучился с рюкзаком. Камеры все запихать это с рюкзаком. На багажник его бросаешь, он там намокает. Потому что оттуда радиатор греет. Короче, весь снег там на рюкзаке тает. Все это промокает. Сюда вкладываешь чик. Запасной ремень обычно здесь возят. Саня возит. Не знаю, кто как. Тут лямочки что-то подстегнуть еще сверху можно. Здесь карман. Здесь кармашки. Короче, теперь удочки, все, чик-чик, в доступности будут. Ну, вроде, Володь, ничего не смяли они. Форму не потеряла пенка. Так что все, все отлично. Все выглядит прилично. Все. В гараже буду, поставлю его, сразу закреплю на багажник. Вот это, я думаю, крепление. Чик-чик к этому. К дуге багажника подстегивается. И все. Ручечка есть. Еще бы лямки наплечные. Может было это. Как мужчины в трико по поселку ходят. Чик вместо рюкзака надел и тоже пошел блатовать. Трико еще одел тоненькие. С кроссовками. Шутка. Ну, спасибо. Спасибо еще раз вашему BRP-центру за все. Спасибо, Володя, что отправляешь мои заказы. Это тоже, на это тоже надо время, чтобы на почте простоять, отправить. Так, что-то перетянул. Угу. Все. Все клево. Теперь будет все ездить в тепле и сухоте. Спасибо. Круто. Ну, теперь осталось дождаться остальные мои посылки. Где-то, блин, заказывал печь. Сегодня в видео говорил уже об этом. Жду-жду, все дождаться не могу, чтобы обкатать новую палатку. Все круто. Ну и до новых встреч, друзья. До новых встреч. До новых встреч еще сегодня, потому что вас ждет еще одна посылка. Но об этом позже.